Коллеги, всем привет! Сегодня красим бэху, красим серебро. Тут ремонт с переходом на крыло. Почему переход на крыло? Потому что автомобиль свежий, код краски свежий, то есть это 19-й год, по коду краски 18-го года. Наработок еще немного, по формулам в стык ничего не получается, не совпадает. Да и серебро в стык открасить на такой большой по прилеганию площади фактически дело случая, повезет не повезет, как говорится. Поэтому делаем переход на целый элемент. Двери, замененка, под прибор ободраны, все в мокряке. Крыло, тут мененная вставка, под прибор никак не получится, тут ремонт. А тут опять же нам нужен цвет к крылу, к багажнику. Но у крыла к багажнику прилегание в принципе еще прокатило бы, если бы нужно было в стык красить. Но в этом нет необходимости, крыло 30% в ремонте не спрячешь. Плюс залом на батоне был, то есть тут такое. Значит, что я сделал? Все, кинули в мокряк, двери будут в приборе, остальное, увы, нет. Сейчас открашиваю двери, дверной проем частично, потом кидаю биндер на крыло, укрываю крыло, кидаю биндер на крыло, укрываю крыло. Температура примерно 32 градуса, это довольно-таки тепло, хорошо, поэтому у нас нет времени кинуть биндер везде и идти красить все. Пойдем таким образом.
Двери открашены с двух сторон. Теперь, для чего я наносил, собственно, мокряк на крыло? Краешек прикидывал. Чтобы, укрывая, видеть, что я укрыл так же, как я укрыл на двери. То есть не наугад это делать, а, грубо говоря, это такой подложечный слой одинаковый. Биндер наносим. Не хватило краски. Сейчас пойду разводить, но придется еще раз биндер положить. Пошел я, долил краску. Значит, что получается? Мне чуть-чуть не хватило, чтобы кинуть эффект, но все равно сюда мне нужно положить биндер к багажнику. Иначе могут быть проблемы с облачками тут. У воды все точно так же, как и у сольвента. Биндер нанесли, масочку одели и пошли. Продолжаем так же, как на дверях. То есть я укрываю еще.
То есть, что сейчас сделал биндер? Тут, где у меня падал опыл базы, он тонет и не торчит раком зерно. То есть, не будет вот этого вот эффекта торчащего зерна. Все высохло. Сейчас покажу, снял выкраску, как она выглядит с элементом старым. Здесь выглядит все красиво. Ступенек нет, ничего такого нету. Все симпатично. Показываю, как выглядит выкраска. Выкраска — это кусок из старой двери. Мочим их антисиликоном. Воду, водную базовую краску антисиликоном мочат. Сольвентную водой пшикают. Смотрим в стык. Ну, нету тут стыка, само собой. Но для перехода этот цвет хорошо. То есть на бок синее, под какую-то сторону светлее, под какой-то угол темнее. Это серебро, никуда от этого не денешься. Но для перехода цвет отлично получается. То есть по зерну, по размеру зерна, по количеству зерна, по общему фону, ну, очень хорошо именно для перехода. Теперь что еще делаем? Берем фонарь, включаем его. В помещении свет выключен. И просматриваем на бок, вот так просвечивая, на наличие яблок, пятен, полос, не прокрасов, потому что только так при фонаре будет видно, где прокрашено, а где не прокрашено. Чтобы потом не было на солнце да более обидно, что что-то где-то недоделано. Что происходит дальше? Обдуваем антистатиком. Себя обдуваем. Кузов. И лакируемся. По лакировке тут уже все как обычно. Краев, то есть, точнее, перехода у нас никаких нет. Все уходим в края полностью с первой половинки. Поехали.
Доливаем лак, как раз пройдет пару минут, и заходим сразу на круг. Это первый тонкий слой ультра ХС-а. То есть это не первый полный, как в ХС-е, который надо влить. Этот тоненький закрывает пленку. Он нам формирует будущую шагрень. Его можно положить как тонкой пленкой, его можно положить тонкой пылью, его можно положить крупной каплей, подождать 5-10 минут и наваливать полный глянцевый слой. И от этого будет полностью зависеть шагрень, которая нам нужна. На европейце с дюзе 1.4 на ВС-ке при давлении двойки первый тонкий слой, и потом на давление 1.7-1.8 полный закрытый слой дает свежего европейца. Если сделать тонкую пыль на этом же давлении двойки с такой же подачей 2.5 и потом влить, будет кореец, может быть даже японец, смотря как там настройки по второму слою дадите. Если положить крупную каплю и потом сверху влить, вы получите старого немца, либо же более-менее такого современного жигулятора. Ну что, поехали! Давляк на 1.7, подача все так же. И вот тут именно вливаю.
Так, ну что, посмотрим. В принципе, порожек вот уже рисует шагрень. Та, которая на нем будет, не знаю, как вам видно. Ну, короче, это именно вот та свежая Европа-Америка машины от 15-го года. Вот она, красавица. О, а сейчас как раз покажу. Вот тут на грани перехода, видать, какое-то загрязнение. Кратерок, ублюдок. Капнем, но только капать нужно не прямо сейчас, а подождать, чтобы у лака полностью прошла межслойка. По крылышку. Красиво. Перехода нету, не видно. Все через биндер развалено, рассыпано, ну, четко. По дверкам. Дверкам, дверям, дверищам, кому как удобно. Все good. Антистатический пистолет делает свое дело. Вот я на двери вижу одну соринку, и то она внутри базы. Это не та, которая в лаке. То есть ее подберем. А так... Не, по-любому где-то что-то найти можно по соринкам. Но именно таких... случайных вот этих ворсинок прилипших, еще что-то, их уже вот что-то упало, но уже поздно доставать, будем запиливать. То есть случайного фактически и нету, полировать становится, ну, в разы меньше, то есть антистатик работает. Тут все нормалечек. Главное, по стойкам нигде не пропустить, сухарь не оставить, потому что потом его, во-первых, не сполировать, не убрать, потому что тупо неудобно. А, во-вторых, сейчас начнешь долачивать, вот этот перепыл будет летать, будет только хуже. Ждем сейчас 10 минут, лак на отлип станет, потому что когда лак остается на пальце, капать капельку нельзя, она вытечет и сделает потек некрасиво, а все равно то место, куда капнули, оно не затянется. Для подкапывания у меня есть... два варианта спичек специальных. Один новенькие, тоненькие миллиметровки. Другой, теми, которыми уже давненько пользуюсь, двухмиллиметровки. В зависимости от объема повреждения, то, что нужно капнуть. Ну, сейчас тут миллиметровки нужны. Выбираю, чем буду работать. Очень удобно. Лишний материал не вытекает с самой кисти. Поставили точку, она таким микро шишечкой есть, ее брусочком потом подтираем. А двухмиллиметровыми удобно на торцах дверей, когда сколы какие-то прокрашивать, корректировку делать. Ждем 10 минут. Берем спонж. Далее я делаю таким образом. Потом вот таким образом. И у меня в крышке есть что набрать, чтобы не ходить с какой-то другой крышечкой. Просто ставим спонж, пропитываем его куда-то в сторону, скапываем лишнее. И в идеале теперь куда-то облокотить руку, чтобы не было тряски. И прямо в центр ставим одну капельку. Она растягивается. Смотрим. Добавим еще. Ай-яй. То есть у нас есть капля, которая растянется, и мы ее потом как микросориночку сполирнем. И еще я вижу один кратер, но он уже сам почти растянулся. То есть тут, походу, какое-то загрязнение было.
все. Его тоже именно как соринку. Фактически это крупная большая соринка. Но пилить будем ее не катером, а брусочком аккуратненько, потому что делать я это буду завтра уже в обед. Сейчас включим сушку, дадим термоудар, поставим колесо, выкатим ее, соберем двери, накинем, глянем в общем фоне, как она смотрится. А потом ребята скидают ручки, стекла, всю фигню, и потом на полировку. Подскинул я чутка, чтобы хоть можно было глянуть на оттенок, на цвет. Поставил ее боком к солнцу. Что мы видим? Переходов не видно. По цвету все хорошо. Тут все хорошо, но тут мы не трогали. Тут все тоже хорошо. У нас распыльщик красочки, ну тут край зацепил. Ну буквально тут, если зацепило вот эту зону. Дальше все уже заводской цвет. По толщине померяем чуть попозже, потому что он все-таки вот красочное еще свежее. Не хочу тыкать толщиком. И подрежем вот тут вот две эти кратеринки, которые капнули. И тут крупная мусоринка лежит одна. А так вроде бы пока что все получается. Убрать вот эти пару кратерочков. Пробежаться, подобрать соринки. Микро тут есть. Повернуть и забыли. Для того, чтобы убрать вот эти вот комочки, капельки. Таликат 800, таликат 1200. Аккуратненько, как сориночку. Плоскостью подпиливаем. Восемьсот есть, 1200. Разрабатываем пошире, чтобы это не было пятном без шагрени. То есть растягиваем срез наш. Тут то же самое. Я 800-кой в ноль не спиливаю, чтобы, перебивая мелким наждаком дальше, я вытирал глубину вот этой вот риски. Теперь 1500. Также разбиваю пошире, чтобы глаз не мог зацепиться за спиленную шагрень в центре пятна. Потому что так или иначе шагрень там пострадал. И 2000-ный наждачок. Все вручную делаю. Тут как бы зона повреждения не настолько глобальная, чтобы делать это машинкой. Есть. Все, тут уже можно полировать. Сейчас пройду, поищу. Либо этим наждаком, вот еще сориночка крупная, вот прямо складываем палец и убрали. Есть. Также двушечкой закончили упражнение. Ну, таким макаром проходим по машине, смотрим, что найдем, потом полируем. Ставим лампу сбоку, я себе такое на стол прицепил, две лампы, очень удобно. Пару капель пасты, вот тут я на крыле вроде по мелочи, но что-то понаходил. И поехали.
как классно под эти лампы видно. Тут еще надо чуть дотереть будет. Так, также пятна вот эти сейчас убираем, потом пройду 21-м эксцентриком, вторым номером, вычищу первый номер, и будет видно. Включим другое освещение, просмотрим. Мехом лупанули. Сейчас берем 21-й эксцентрик, второй номер, и бахаем все крыло. Ну, вроде бы как хорошо. Сейчас еще так глянем на бок лампы. А нифига, надо вот тут дополировать еще в изгибчиках. Что ж, дополировываем. Смотрим. Мы не эту сторону делали. Закрываем капот, он нам не интересен. С солнечной стороны, и сейчас разверну ее еще боком в теневую, потому что иногда в теневой видно пятна какие-то, облака, то есть на солнце не видно, а в тени может быть заметно. По переходу, ну вот я знаю точно зону, где он есть, ну явно выраженного нету ничего. Можно там как-то просмотреть на угол, типа тут светлее, там темнее, но опять же меняем угол обозрения, так ничего нету. Главное, что нету явно выраженного вот этого вот рассыпанного зерна. Это значит, что цвет, в принципе, ну, стыкуется хорошо, и сам распыл сделан логично, правильно. Тут тоже все, в принципе, норм. Разворачиваем ее в теневую сторону. В теневой стороне от окна бликует все. Наверное, чуть проедем, дабы самим себя не обманывать. Так получше. И в теневой все четко. Тоже все красиво. По проемам все воедино. Никаких перепылов. За что я и люблю. И, собственно, к чему и тянусь. Это покраска постоянно в разборе. Чтобы все было прокрашено хорошо. Резинки новые, заводские, по разметке приклеены. Будет держаться. Вот эти вот резинки переклеить фактически невозможно, так чтобы это было красиво и ровно. Тут все прокрашено, все продуто, все хорошо. Ну тут еще электриком заниматься, очень много работы, как бы хватит чем заниматься. На этом мы с ней, в принципе, заканчиваем. Никогда не старайтесь обещать клиенту цвет в стык, если вы понимаете, что с колористами, ну, с краской может быть беда. По серебру, допустим, обещать гарантировать стык, ну, такое себе. Сначала поделайте выкрасы. Я, допустим, знаю, что этот ВА-83, так же, как и вот та ВА-83, в стык. Ну, такое себе. Это более свежий код.
тут более старый код и даже более старый вариант этого цвета, все равно в стык, ну, не стреляет аж никак. Поэтому проверяйте краски-выкраски, делайте правильные выводы. Я желаю всем удачи. Пока.